Привет. Я максимально сильно отвыкла проводить трансляции. Когда я провожу, начинаю трансляцию, мне кажется, что я отсталый человек или, не знаю, типа занимаюсь каким-то непонятным тупым делом, но с другой стороны, не знаю. Короче, перископ изжил себя, я все реже тут появляюсь. А влог должен быть сегодня, я взяла GoPro, чтобы доснять кое-что. И почти смонтировала, ну, уже 3 дня. Ой. Вот, поэтому к ночи будет, когда я вернусь, но не днем. И знаете, я рада, я не знаю, надо иногда не то чтобы давать передышку, я не говорю, что 2 видео в неделю это много, просто мне кажется, что вы их не смотрите, когда они очень часто появляются. А может, вы не смотрите, потому что они плохие, я не знаю. О чем я? Да, видео новое. Привет из Твери. Привет вам, Тверь. Сейчас погода, и погода дождливая. Достаточно-таки. То дождь, то нормально, более-менее. Но все равно не погулять в такую погоду. Хотя я вот поеду на Арбат со своими сестренками. Мы там пойдем в Арбат 9. Ой, не 9, 22, по-моему. Там, ну, помните, я выставляла фотки в Инстаграм, там дом перевертыш и так далее. Вот, я подсмыла чуть-чуть брови, поэтому они стали более-менее нормальными, чему я очень рада. Ой. Вот, все. Еще я посмотрела вчера просто весь YouTube. Я посмотрела видео тех, кого я даже никогда не смотрела. Просто знала, что они существуют. Капец, короче. Так, куда я сейчас еду? Все. Новый маник? Нет, я хотела бы сегодня его пойти сделать, потому что завтра я снимаю видео лукбук. И хотела бы, чтобы маник новый там засветился, а не этот, который уже потрескался. Он у меня, наверное, месяц уже. Вы знаете, кто-то пишет, что мои видосы, спасибо, вдохновение одно, но не знаю, таких немного на самом деле. Да, почти все вы такие, да, но странно просто. Я думаю, что это потому, что я более взрослая, что ли, чем другие ютуберы в плане... Нет, есть взрослее меня, которые завоевывают, но они завоевывают, ну, я имею в виду большую аудиторию, но у них, типа, они более эмоциональные, такие воу-воу-воу, не умею, не люблю делать. Я люблю снимать, не знаю, то, что вам поможет в плане подборки фильмов, не знаю, что еще, типа, лайки, ла-ла-ла-ла-ла, секундочку, у меня важный поворот. А есть блогеры, не знаю, не тычу пальцами, сама могла бы снять такое видео, просто есть, ладно, такие видео, очень странные, когда, допустим, ты просто рассказываешь про вещи, которые тебя бесят, ты просто рассказываешь, чем заняться, типа, летом, когда тебе скучно, и с другой стороны, типа, ты понимаешь, что, да блин, когда смотришь, я про подписчика, вы, наверное, думаете, о чем я сейчас говорю, но я хочу досказать, и потом уже буду о другом чем-то. Вот, вот такие, как подписчики, вот смотрите и думаете, блин, вот она посоветовала мне, когда мне скучно летом, почитать книгу, посмотреть фильм, пойти гулять с друзьями. Я же этого всего сам не знал, разумеется, я же совсем овощ. Но нет, на самом деле вы смотрите это из-за подачи, наверное, потому что красиво смотреть, но все равно это странно. Вот, все. Не знаю, зачем я это сказала вам, просто подумала, что хочу снять видео... Что делать, когда скучно, но с другой стороны, это было бы странно, потому что вот фильм смотрела недавно, последний фильм, я не помню, какой я смотрела последний, по-моему, сейчас. Не помню, как он называется, про двух афроамериканцев. Но я сейчас досматриваю «Игру престолов», мне осталось буквально 3 серии. Не могу понять конкретно, что во внешности имеешь в виду. Если во внешности, то у меня брови чернее обычного. И
я, по-моему, у меня голос какой-то простывший, хотя я вроде не заболеваю. Мое утро, вечер и моя комната, все это будет где-то через полгода, год. Год, скорее всего. Потому что я хочу переехать, точнее, я, ну, переезжаю, надо просто там сделать ремонт, мы с семьей переезжаем, и уже в новом всем я буду снимать эти вещи. Так, загружусь. Вот, это... Часто ли я читаю книги, ребят? Нет, к сожалению. Не то, чтобы я не люблю... Не то, чтобы я не любила читать. На самом деле, я люблю это дело, потому что, когда я читаю, я не испытываю дискомфорт, типа, блин, я устала. Но я не делаю этого часто, точнее, я почти этого не делаю. Вот. Но у меня есть книги, которые я начала читать месяц назад, ну, не месяц, пару недель, где-то 3 недели, «Лучшее во мне» называется. Я советовала вам посмотреть фильм и сама сказала в видео, что хочу почитать книгу. Я начала ее читать, прочитала где-то 15 страниц, и потом просто, типа, еще ни разу не вернулась к нему. Есть планы на новые, сделать новые рубрики на канале. Ну вот у меня пока подборки, у меня пока лайфхаки. Я хочу начать делать чаще лукбуки, аутфиты типа. И когда сделаю первый лукбук, в пятницу я буду его снимать, я надеюсь, дождя не будет. Иначе планы коту под хвост. Ах, надеюсь, не будет. Вот. А то сейчас-то дождь. Если мне понравится, то я буду снимать его чаще. Чаще буду заказывать с интернета. Для того, чтобы, ну, те, кто живет не в Москве, тоже могли покупать вещи, которые я ношу. А не так, что я покупаю вещи в Москве, делаю лукбуки, и только люди из Москвы могут купить такие вещи себе. Вот, понимаете, о чем я? Планы на август. Я не знаю пока что. У меня начало августа. Это Болгария, я поеду туда, ой, он глючит перископ, поэтому все ушли, повыходили, лапочки. Ну, конечно, да, про глюч, я подожду, да, давай. У меня просто сообщений нет, не знаю, как у вас, если кто-то хотя бы сейчас меня смотрит, слышит. Неужели придется перезапуститься? Ой, ура, наконец-то. Тату нет, хотела, но я рада, что это не сделала, потому что сейчас, когда я выросла, я поняла, что это некрасиво и мне не нравится. Тебя останавливала полиция, ГИБДД, да. Ну, для проверки было несколько раз. За нарушение тоже, к сожалению, было несколько раз. Куда ты планируешь поехать отдыхать на море? Я купила билеты со своей семьей, полетим в Болгарию. Надеюсь, к нам присоединится Юля. Она об этом думает. И у нее еще есть где-то недели две, чтобы подумать, потому что потом надо уже, ну, даже неделя полторы. Надо будет потом уже визой заниматься в Болгарию. Карина, будет еще видео «День со звездой»? Я не знаю, посмотрим. Мне не то чтобы лень снимать «День со звездой», просто это такая большая ответственность, вы не представляете себе. В плане, я сняла «День со звездой» с Владом Соколовским, там не набралось просмотров, хотя я обещала ему больше просмотров. Но зато, ну, вообще зависит все, конечно, от звезды, потому что со Зверевым и Воробьевым очень много просмотров. И, ну, это потому что это Зверев и Воробьев, собственно. Не говорю, что Влад Соколовский типа хуже поет или что-то такое, просто он не такой медийный, или как это сказать, не знаю. Нам нравится, сними с Кридом. Крид не будет сниматься, это точно. Я узнавала у менеджера, когда еще занималась этим, у менеджеров, ну, вообще Black Star, они сказали, что может там сняться, ой, надо повернуть скорее. Сказали, что может сняться там что-то, Эльван может сняться. Кто-то еще такой не особо сильно известный. Не помню, MC Дони, что-то типа такого, короче. Но типа Крид не снимается. Ну, в принципе, это понятно, у него там мощная дикая аудитория. Насколько ты похудела, не знаю, не сильно, на где-то килограмма 3 с того момента, когда я была толстой. Вот,
И я бы хотела похудеть еще на 2, потому что я все еще недовольна своим животом, допустим. А ты считаешь, что вы похожи с мамой, как две капли воды? Так, куда я приехала? Вообще непонятно. Надеюсь, я выйду сейчас отсюда. На 50, я считаю, что я очень похожа на папу, вот прям на 50%. 50% у меня от мамы. Я вижу это в повадках, во внешности, прям, ну, это очевидно. Карл. Елки 5 начали снимать. Да, начали, но не с блогерами. С блогерами съемка будет в октябре-ноябре. Очень этого жду. Елки — это мой любимый зимний новогодний фильм, русский, и вообще не типа. У меня нету зарубежных фильмов новогодних любимых. Это странно, наверное. Так, я вообще где? Я не знаю, там ли я, что я ступила. Там все хорошо. Привет, маяки. А в каких странах я была? Да так, всяких разных. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Больше всего я горжусь тем, что была в Америке, и частенько плачу, потому что хочу туда вернуться. Меня бесит, что я не снимала там влоги, потому что я не могу, типа, как бы вернуться в это обратно. Поздравляю тебя с днем рождения, Анастасия, вроде, если я правильно увидела. «Один дома» я смотрела в детстве, но сейчас я не смотрю, и когда я один раз в новогоднюю, там, в канун Нового года, ну, где-то вот рядом с ним, с Новым годом, захотела посмотреть «Один дома», мне было скучно. А вот «Елки», не то чтобы я готова была пересматривать там миллион раз, просто очень круто снято. И когда я хожу на него в кинотеатр перед Новым годом, у меня настроение новогоднее сразу ощущается. Вот. План на август я уже отвечала. Конец августа, середина, не знаю. Вначале я буду все еще в Болгарии, так же, как и в конце июля. Ужасы я не люблю, Юля, скорее всего, дома. Я уже приехала. Поэтому сейчас я скоро буду с вами прощаться. Я уже прям молодец, почти вовремя. Маник у меня старый, я бы сегодня мечтала его переделать. Потому что завтра у меня съемка. Будет грустно, если я буду со старым маником, который чуть-чуть испортился. Передаю привет Даше. И еще парковочное место. Я его не вижу. Что? А, нет, вижу, ура! С Юлей планируем снять видео. Кстати, я ей предлагаю снять, как она там называлась, «Что вкуснее?», ну, мою рубрику, которая умерла после первого же выпуска. Вот, хочу с ней снять, я ей предложила, она сказала, да, давай, но она заболела, поэтому я думаю, что где-то, не знаю, летом вы ее увидите все-таки. Если мы поедем вместе в Болгарию, я думаю, мы там будем снимать, и на это надеюсь, во всяком случае. Так, все. Ура, наконец-то. Я люблю раф кофе в шоколаднице. Если кто не знает. Я тебя зажала. Сейчас, секунду. На всякий случай. Та-дам. Блин, ладно. Надеюсь, он меня не стукнет, когда будет выезжать. Я иду к стоматологу, ребят. Я, да, сейчас я закрою трансляцию, потому что... Я в Сокольниках, во всех своих. Нет, я не боюсь стоматологов, потому что зачем бояться? Я же уже взрослая.
Все. Всем пока, я дошла. Спасибо, что были со мной.